не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Сегодня на аппаратном совещании в правительстве под руководством главы Тувы Шалбана Караола обсудили оперативную обстановку на автодорогах. Дождливое лето вызвало серьезную ситуацию по размыву дорог и подъездов к мостам в западной части республики. Был введен режим чрезвычайной ситуации на территориях Улухемского, Дзумхемчикского, Авюрского, Барунхемчикского, Байтайгинского, Мангунтайгинского, Кызыльского районов. Приказом регионального министерства дорожно-транспортного комплекса создана комиссия по проведению расчета объема аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации регионального характера. Так, по состоянию на 20 июля этого года, из 14 разрушенных участков автодорог в настоящее время закрыты 3 автодороги. Чирабажи, Чергакы, Кызыл-Мажалык, Аянгаты, Хандагайты, Акчира. На автодороге Сарыксеп-Балгазан проезд обеспечен только для транспорта повышенной проходимости. Обеспечен проезд по современной схеме на автодорогах Кызыл-Сарыксеп, Сук-Аксы, Баян-Тала. Восстановлено движение по 6 автомобильным мостам и на 8 участках автомобильных дорог. Кроме того, глава Тувы потребовал организовать работу социальных служб и отработать с каждой семьей индивидуально, выслушать их, помочь в сборе средств на подготовку детей к школе, учесть возмещение затрат на потерянный урожай. От паводка пострадали 77 домов, где проживают 410 человек. Из них дети 183. Из них пострадавших 23 многодетных и 3 малоимущих семьи. Среди пострадавшего населения 4 семьи – участники губернаторского проекта «Корова-кормилица». В них 17 детей. На дворовых территориях пострадали огороды. В 3 домах, которые особо пострадали, вода протекла внутрь домов. В результате мебель, отопительные печи были испорчены. В селе Ак-Эрик началось строительство новой школы на 176 мест. Возведение нового учебного заведения ведется благодаря национальному проекту образования. Новую школу жители села ждут уже 11 лет. С тех пор, когда в 2008 году сгорело здание старшей школы. Пожар произошел из-за неисправности электропроводки. Занятия пришлось перенести в бывшее здание интерната. Некоторые родители отправили детей на обучение в школы соседних сел и в райцентры. Сейчас в Ак-Эрикской школе учатся 160 детей. Здание школы постройки 40-х и 50-х годов прошлого века не только устарело, но и не вмещает учеников. Начали 25 июня. Это будет одноэтажное здание, такое же, как в Итале, только без интерната. Фундамент тут монолитный, железобетонный, стены кирпичные. По проекту предусмотрена сейсмоустойчивость. В бригаде работает 20 человек. Это сотрудники кызыльской компании ООО «Алчей». Все работы идут по плану. Срок у нас 2,5 года. Если финансирование будет идти, выполним работы в срок. Рассказал главный инженер ООО «Алчей» Галактион Джалагония. Объем финансирования национального проекта из федерального бюджета составляет 783,5 миллиона рублей. Республиканский бюджет на реализацию задач проекта должен внести больше 180 миллионов рублей. Один из блогеров поразмышлял вслух на тему одного из самых труднодоступных аржанов Тувы – аржана Чайган, расположенного в непосредственной близости от северо-восточной границы Тувы. Он открыл со ссылкой на иркутских землемеров, что территориально аржан Чайган относится к Иркутской области, после чего последовал вал требований пользователей в социальных сетях защитить и вернуть аржан Чайган Туве. Надо отметить, что на эту дискуссию оперативно отреагировало Министерство природных ресурсов и экологии Тувы, сообщив, что аржан Чайган расположен на территории республики в границах Тоджинского лесничества, Чазыларского участкового лесничества в квартале 219, который граничит с Республикой Бурятия. В 2018 году аржан был передан НИИ медико-социальных проблем и управления республики в постоянное бессрочное пользование для осуществления рекреационной деятельности. Право пользования зарегистрировано в региональном управлении Росреестра. Таким образом, аржан Чайган не граничит с Иркутской областью. Расстояние от аржана до границы Иркутской области по прямой составляет более 50 километров.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который должен привести к сдерживанию цен на бензин, дизельное топливо и авиакеросин. Об этом сообщает издательство «Российская газета». Напомним, что с 1 июля закончило действовать соглашение правительства с нефтяными компаниями о заморозке, то есть стабилизации цен на топливо. В отсутствие договоренности цены уже пошли вверх. Например, дизельное топливо успело подорожать. Процедура предполагается следующая. Разницу, которую могли бы получить нефтяные компании, экспортируя нефтепродукты вместе того, чтобы продавать ее на внутреннем рынке, компаниям будут компенсироваться из бюджета. Так четко прописано в законопроекте. Новый механизм, таким образом, позволит компенсировать часть потерь нефтяной компании из-за того, что цены на бензин и дизельное топливо внутри страны ниже экспортных цен на нефтепродукты. Откуда возьмет средства для компенсации правительства? Эти деньги по существу заплатят сами компании, пояснил Макаров. Ведь ровно на заложенную цифру компенсации произойдет рост нагрузки на компании по налогу на добычу полезных ископаемых. И о курсах валют на сегодня. Доллар стоит 62 рубля 86 копеек, евро 70 рублей 79 копеек. Девятнадцатого июля от дежурного полиции в центре управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на реке Малый Енисей в Кахемском районе опрокинулась лодка, на борту которой находилось два человека. По данным МВД, пассажирка со спасательным жилетом выплыла, второго человека без жилета унесло течением. На место происшествия незамедлительно выехала группа спасателей. Главное управление МЧС обращается к жителям республики и владельцам маломерных судов в связи с большим уровнем воды на реках республики соблюдать меры безопасности на водных объектах, при катании на лодках обеспечить всех спасательными жилетами, соблюдать правила безопасности при управлении водным транспортом. В набираемую группу из 20 девочек-кадетов Кызыльского президентского кадетского училища заявилось 212 претенденток. Впервые более 10 девочек на место претендуют в Кызыльском президентском кадетском училище. Вступительные испытания в кадетское училище состоит из нескольких этапов. Экзамены в форме собеседования по русскому, иностранным языкам и математике, проверка психологической и физической подготовки к обучению, а также годности по состоянию здоровья. До 9 дополнительных баллов школьники могут получить за особые успехи в научном, творческом и физическом направлении. Каждый этап оценивается в 10 баллов. Всем поступившим будут высланы приглашения на прибытие в учебный корпус. Напомним, Кызыльское президентское кадетское училище – единственное довузовское учебное заведение в Министерстве обороны России, в котором обучаются как мальчики, так и девочки.
С 16 по 19 августа в Кызыле пройдет третий международный фестиваль хоумэй в центре Азии, основной организатор которого – Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел. Хоумэй в центре Азии – самый масштабный и единственный в своем роде фестиваль тувинского горлового пения в мире. Фестиваль проходит каждые 2 года в середине августа, каждый раз собирая гостей со всего мира. Он на 4 дня погружает их в атмосферу этнотрадиций и разнообразия культур. За 4 года на фестивале побывали музыканты из Северной и Южной Америки, Великобритании, Финляндии, Германии, Норвегии, Китая, Японии, Монголии, внутренней Монголии, Испании, Кореи, Вьетнама, Канады, Турции и Швеции. По итогам 2018 года фестиваль вошел в топ 200 лучших событий года России. В этом году хедлайнерами фестиваля станут Эрингтон де Денисо, безупречный голос в современной музыкальной культуре Америки, художник и экспериментальный музыкант. С 16 по 19 августа этого года в Кызыле Эрингтон де Денисо проведет мастер-классы по свободной импровизации и экспериментам с древними музыкальными формами. Вячеслав Кучинов, хакасский скульптор, музыкант, хайджи, художественный руководитель ансамбля «Улгер», ансамбль «Алаш» и группа «Хоумэй Бит». В этом году фестиваль принимает гостей и участников из России, США, Японии, Франции, Финляндии, Монголии и Китая и других стран. Участников и гостей третьего международного фестиваля «Хоумэй» в центре Азии ожидает незабываемая насыщенная программа, а аутентичный тувинский «Хоумэй» и творческая атмосфера. Приглашаем всех. Это ваша единственная возможность окунуться в мир удивительного феномена в кочевой культуре народов Центральной Азии – хоумэй. По республике облачно с прояснениями. Небольшие и умеренные дожди, местами сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный град. В Кызыле облачно с прояснениями, небольшой дождь, возможно гроза. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14, +16 градусов, днем +25, +27 градусов.